Акции за права трудящихся прошли во многих странах. В Турции многотысячная толпа промаршировала по улицам Стамбула. Людей усиленно охраняла полиция. Без задержаний не обошлось. 60 участников попали в отделение. Они пытались прорваться на площадь Таксим, которая уже несколько лет остается закрытой для демонстрантов. Жарко было и в Париже. Более 1000 анархистов устроили уличные беспорядки. Сожгли несколько тысяч автомобилей. С цветами, надувными шарами и плакатами вышли на улицу греки. Они выступают против жестких мер экономии в своей стране и военных действий по всему миру. Процессию сопровождала передвижная платформа с куклой дяди Сэма, символа Соединенных Штатов. В этот же день суточную забастовку провели также моряки, поэтому водное сообщение в Афинах было остановлено.